просто я так долго ждала этого дня. Надеюсь, не продлят карантин. Рейсы еще не отменили, улетаю по расписанию. Продлить режим нерабочих дней до конца месяца по 30 апреля. Я хотела свадьбу, он бывает один раз в жизни. Кто вам такую глупость сказал? Ну что, зятек, все еще безработный? Я стендапер. Это же одно и то же. Нужно прогнать со всей страны бедолаги, полки пустые, вот уже номером ошиблись. Ах ты, сука, ошиблись, говоришь. Ну хочешь прямо сейчас, вот давай поженимся. Как? Как? Онлайн свадьба. Вот, батюшка, смотри, сейчас напишу, договорюсь. Хочу с тобой на карантин. Вы вам сколько-то должны? Ну перечислите, сколько не жалко. 5000 рублей. Да я тебе глаза выколю! Я не могу больше находиться там, где меня не уважают. Отпусти меня! Антон! Какой нахрен Антон? Я сказала... Гондон. От создателей хита «Нагиев на карантине». Рейс отменили. Я тут у вас задержусь чуть. Вот почему вся моя жизнь — это борьба? А чё у тебя уши не поломанные, борец? Вот мне этот священник не понравился. Надо его как-то проверить. Ксиву попросить предъявить, а? Мужская измена не такая страшная, как женская. Тупо физиология. А женщины изменяют осознанно. Да ладно. Кто такой этот долбанный Антон? Кто такая эта долбанная соска? Хочу с тобой на карантин. Да ну успокоились, идиоты! Долбанный коронавирус. И пусть от страха бьет адреналин, пусть под нами горит подоконник, пол кровати ковролин. Ни алкоголь, ни никотин не уберегли ни разу никого от рутины. Нас гарантированно сплотил COVID-19. Я хочу с тобой на карантин, на карантин. На карантин, на карантин. Любовь в нерабочие недели. На карантин. Вот назови мне 5 успешных стендаперов. Кто зарабатывает этой ерундой? Ахмедова, Чабдаров, Сабуров, Абрамов, Щербаков. Я думала, ты список Шиндлера перечисляешь. Щербаков спас в конце.